Я очень благодарна, что вы сегодня с нами. Спасибо. Очень-очень важная тема. Мы сегодня будем говорить о данной ситуации в Крыму. Эта тема очень важная. Она заслуживает гораздо больше внимания в Германии. И очень-очень благодарна, что вы сегодня все с нами. Наша главная задача — донести вопросы немецкому обществу, политическому обществу и предложить меры к изменению. Антон и Мария, мы будем стараться переводить все, что сегодня будет обсуждаться на немецкий язык. Мы начинаем, каждый раз, когда мы сейчас начнем с вашим докладом, мы будем задавать вопросы, и вы Опыт показывает, что эти международные механизмы начинают работать только когда появляется энергия небезразличных людей, которые защищают права, которые защищают свободу и которые защищают ее, находясь в разных странах, независимо от гражданства и национальности. Как принять участие в Крымской платформе? И тут очень важную роль сыграл бы приезд руководителей Германии, Франции, Америки, Канады, то есть ведущих стран, которые дали бы возможность тем странам, на которые идет давление сбоку России, быть более решительными в своих действиях.